По пляжам двух слонов водили. Необычное зрелище успели запечатлеть отдыхавшие на берегу Калининградского залива туристы. Индийские слоны посыпали себя песком и щипали травку. Видео, попавшее в сеть, вызвало бурю эмоций. Вы лежите на пляже, а мимо вас проходят слоны. Мне прислала подруга, которая работает, в этот момент работала там на квадроциклах. Мы не знаем, насколько это безопасно для людей, плюс к этому, насколько это безопасно для слонов. Мы рассуждаем даже о том, что и слоны могут получить какую-то инфекцию. Это же залив, а залив мы прекрасно понимаем, что это вода, которая может и цвести. Против цирка Шапито, приехавшего на гастроли в самую западную область России, в составе труппы Большого Варшавского цирка даже составили петицию. Это показуха, даже из этого видео видно, что животные, подойдя к морю, они индифферентны, они не знают, что делать с этой водой. Да, песочком они себя посыпают. То есть, честно говоря, этот кадр, он даже вызвал некоторые слезы. Но шоу должно продолжаться. Цирк от запланированных выступлений не отказался. Представление еще не началось, а главные артистки 45-летней слонихи Дженни и Магда уже на арене. С ними можно пообщаться и сделать фото. Пусть у них и солидный вес, в каждой по 5 тонн, двигаются грациозно, то и дело срывают аплодисменты. А после каждого выступления их угощают чем-нибудь вкусным. Вот самое главное лакомство – это бананы. Дженни и Магде нужно много гулять, поясняет дрессировщик. У обеих слоних польская прописка, но гастролируют в последние годы в основном в России. Говорят, три языка не понимают. Да, польский, английский, русский. Балдеет, толстые. В своем инстаграме дрессировщик выложил видео гигантских купальщиц. В каких только реках и озерах по всей стране не ныряли подруги. Якобы слонов в море водить нельзя, потому что там какая-то зараза, какая-то что-то угодно, безопасность, детей подавить могут. Еще не принят закон, чтобы с животными не выходить куда-то в общественные места. В Государственной Думе настаивают на закрытии Шапито и лицензировании стационарных цирков. Ситуацию с купанием слонов тоже считают небезобидной. Это нарушает и все санитарные возможные нормы. Это становится уже угрозой не только для животных, но и для людей. Представляете, вы там идете, а у вас здесь ведут купать там стадо слонов, или там ребенок у вас вышел погулять, а здесь вот просто стадо слонов вот в Калининграде. Из-за скандала в цирке решили больше не водить животных купаться. Теперь слонихи гуляют в центре города, у Южного парка. Марина Наумова.